Понаехали! Привет! Понаехали! Банок навезли! Банок нашли. Откуда банок-то у вас столько? Складывать некуда. Некуда. Кому надо, тебе не надо или не возить больше. Выкидывать буду все. Что, огурцов нет, мариновать нечего. Консервировать нечего. Эти банки всякие. Больше не буду возить. Зоюшка, ты ушла, Зоя? Да, да, она там. Ушла. А что ты хотела? Да, Кейт уже банок навезли, она ругалась, доругалась. Да. Они запихали там наверх эти банки. Я не знаю, пишет или не пишет, я вообще не понимаю у нее. Да, пишет вроде. Они ей поставили наверх там, где... Мама, мы тебе полочку сделаем и поставим наверх. Она полезла на эту полочку туда наверху, там, и чуть не навернулась. Да что она сегодня доругалась, потом видео это самое выставлю. Да что она там наматюгалась? Да что она там... Да это... Так, Зоюшка, ни одной тебе навезли банки, навезли и мне. Вот так вот. Я ж не хочу. Доставка, доставка товара, доставка. Держи, выкладывай. Блин. Пакет надо, да? Уехали, это самое, как его, скажи, в 12, Зоя, приехали без 15:06, нормально? Как собаки голодные, жрать хотим? Показывай, 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 что выкладываешь. Перчик, Зоюшки, да, Света, это вот такой, остренький, вот да, перчик. Да, остренький, да, да, да. Сейчас порежу. Остренький, да, банки. Да, да, остренький. Две, спросила, да, две зашла, я купила, да, вот да, этих кучурок, да, там зашла, купила. Ага. Соли-то одну-то пачку надо было оставить себе. Я купила две тебе и две себе, и мы соли искали по трем магазинам, девка. Ты что? В Союзе соли нет, три лежит комковатых таких пакета. В этот самый заехали в Гарант, нет, пищу, в Гарантия я купила, заехали в этот... Магнит, соль только лежит иодированная и мелкая, нету соли. И поехали мы в Гарант. В Гарантии вот я купила, так там лежит по 10 рублей в Союзе, а это по 20 рублей соль. Ну что, пришлось купить. Я купила две пачки себе и две пачки тебе купила. Ой, так за ту-то соль надо все равно это считать. За какую? А принесла так. Ты, Зоя, не падала ниоткуда с лестницы? Не падала сегодня? Нет. Не падала сегодня с лестницы? Ты за банками лазала, она с лестницы упала. Я вчера лазила. Вчера. Вот вчера упала, сегодня, Ольги, сегодня еще не прошло. Ольги, и рыбка себе купила и тебе. Да? Вот и рыбешечка. Мама, я тебе все привезу, и тазик чистый привезу, и все привезу, только дело здесь. Да, дело здесь, и воды привезу, да? Угу. Все, вот. Все тебе, каёбочка как по заказу, соль-то, 10 рублей, там 9, 98, да? А тут 20 вот это, да? А елецкая 22. Вот, вот тебе по трём магазинам, Зоя, искать. Вот тебе отчет, 464 рубля. Господи, с тебя. Еще отчет. Да, все, тут вот чек в рыбке есть. Положен чек. Не поверила, это 150, 149,90, это по 20 рублей. А перец по 30 рублей штучка. Я говорю, у меня здесь две. Он говорит, у меня штучно. Штучно. Так, сколько? Благодарю. Сколько должна тебе? Отступись. Ну, все, тридцатка с меня. 30 рублей. 30, да. Ну, 464, да. Mm-hmm. Все, пошла жрать. Ой, хотим. Спасибо, как спасибо. Собаки хотим жрать, пошли. Как собаки, сейчас быстро пюре заварим, килечку откроем, там колбаску в этом еще купила, светофор заезжала, купила, знаешь, такой этой... Из куры-то это, рулет-то такой вкусный. А, ну. Вот, купила, что-то так захотели. Ага. Опять, блядь, навезли, хуй знает на сколько. Вот, а я смотрю, где-то 11, нету. Пошла, закрыла, думаю, хоть одну форточку закрою. Да. Говорю, что-то холодно стало. Сходила до туда, посмотрела. А блядь, куча там вывалены, мы же кругом объезжали. Так они вон оттуда, все завалили. Да. Мы объезжали кругом. Мы объехали, это я говорю... По второй линии? Вот, по третьей. По третьей можно проехать, да? По третьей проехали, да. Я говорю, либо возвращаться на четвертую, либо... Ну, хоть там, Зоя, завалят, слава тебе, Господи. Да. Хоть там завалят. Эти улицы не хочет, Дек. Столько грязи. Фигня. Это не успели вывалить. Все уже с тележками. Я из магазина иду. Растаскивают? Возят, это все возят. А куда возят-то? К тебе. Кирель, что ли, на дорогу привезено? Ну, так что? Чё? Я там что наделала, ведь ветрами возила. Свою колею опять засыпали, а тут же у них обычно всегда тоже вода, грязь стоит, это засыпали, и с такой маленький к фаине туда под горку вся вода идет, та же какой-то. Для общей дороги привезено, никак не для своих личных. Вот и кто это будет сейчас растащить? Сейчас растащит все по участкам, Зоя, и все. Не знаю, когда придет, это равняет. Ёб твою мать, блядь. Прости, Господи, душу грешит. Прости, Господи. Ну, грязь, конечно, будет, грязь это. Да, я не видела чего. Мы не видели, видели, что кучи. Но мы не видели. Пошла, слушай, жрать грязь. Хочу. Все, давай. Ну, давай, спасибо, давай, все. Дорогая. Вылучаешь меня. Не же что, давай. Вот, завтра. Вот, насыпала клубники сама. Сходила. Бананчик прочистила, порезала. Вот, делать опять смузи. Бананово-клубничный смузи.
Везде готовлю, на улице. Да, такая вот порядочная девица, кого господи. Вот, средняя, это я знаю. Сторона. О, господи. Смотрите, как красиво. Что страшно? Нет, ты страшно. Ничего. Куда они выкидывают? Че? Не буду выкидывать. Ешь что-нибудь, нельзя туда, нет. Ты че? Не есть хорошо, оно грязное. Думай. Раз к заразе не пристанет. Какая ты? Ну что, как ты, не знаешь? Девай, закру, господи, закручивай крышечку. Не попала. Вот так, вот, все. Попала? Да я сразу бы все научилась делать. Давай, делай, делай. А молока-то не налила. Господи, боже мой. Давай снова. Вот такие вот. Давай молоко. Сколько, осторожно. Как неудобно. Через какой кран будет литься? Я сейчас тебе сделаю неудобно. Наоборот, сделано очень удобно, блин. Я не понимаю, сколько. Ну, раздвинь по бокам-то. Давай. Вот. Вот. Не надо. Вот для чего это разрывать все четыре бока? Сейчас чтобы все четыре боков, чтобы... Нет. Она не будет литься. Ага. Тут два бочка сделала, с одного язычка и льется. Вот. Какие-то пахоруки. Сколько? Хватит пока, потом еще добавим. Это все очень удобно. Она так легко вставляется. Ты вообще все умел, че мать. Все вставилось? Все вставилось. Мы сразу не заработаем? Нет, пока не нужно. Кнопочку. Нажимай, не турбо, не турбо только нажимай, вот верхнюю. И потихоньку, ничего не надо, верхнюю только. А вдруг оно насчет, оно сильно трясется? Нет. Сильно. Правильно. Тебя, ты периодически отпускай, нажимай, отпускай, нажимай. Угу, не знаю. Ну, хватит, наверное, тихонько. Откручивай вместе прямо с этим. Прямо вместе с этим откручиваем. Сучку надо, у нас по песку надо купить. У нас песку тоже, ребята, конец. Каюк, кирдык. Надо немножко молока еще. И подливай молока, да. Надо немножко молока. Надо молока, потому что клубники много. Еще два банана. Молока лей до краев. Надо еще мешнануть. Нет, нет, не лей, лей до краев, еще ничего страшного. Щели сейчас закроем. Тихо. Ну вот, потому что клубники-то много. Песочку потом добавим или сейчас? Сейчас. Песочку можно сейчас добавить, дай-ка я попробую. Каково оно? Подожди. Одну ложку надо точно. Мало одну ложку. Подожди. Одну ложку надо точно. Дай-ка попробую, стой. Так ты бы хоть не там, где молоко. Сейчас поймешь. Много песку не надо. Нет, три ложки положи таких. Одну? Три. Да, три, да. Много, нет, немного. Еще одну клади. Еще одну положи так, чуть-чуть. Вот все. Ну, нормально. Блин, это сладкое. Трасса М8 Архангельская. Так. Закручиваем. Угу. Тихо-тихо, осторожно. Осторожно так, видишь? Что мне не трещи. Поверни. Не попала еще она, не попала. Вот, видишь, вот не попала. Она не попала, надо попасть в крестик. Ну, блин. Не надо было так. Я тоже так думала. Побольше, до краев. Давай ты будешь крестить. Краев не видишь. Я не хочу. Я? Нет, это было кино-то «Белые русы». Краев не видишь. Все хорошо поплыло. Потекла. Потому что бабушка не знает, когда все делать. Кручивай, ладно, ничего, лишку налила. Давай. Тихонько, тихонько. Пенка взбилась, видишь? Это есть хорошо. Ну все, сейчас разольем по стаканчикам. Будем пить.